На суд доброй и не избалованной публике представили жестовые песни и танцы. Надо сказать, что не слыша музыки, научиться такому искусству непросто. После этого некоторые дети вместе с сотрудниками ДПС выехали на самые оживленные улицы города и в таком небольшом составе провели беседы с водителями и попросили их соблюдать правила дорожного движения. Но одними разговорами дело не ограничилось. Ребята каждому водителю вручили бумажных ангелочков, которые они сделали собственными руками. Несколько дней назад в коррекционной школе сотрудницы ГИБДД провели для этого урок труда. Я вам сделала вот такие-то акварели. Сейчас я вам буду объяснять, как нужно что делать. Старания ребят прошли не зря, и, как нам сообщили орские коллеги, сразу после этой необычной акции один из водителей приехал в коррекционную школу с подарками.